Let's do this. Мед. Да слишком фрилиня, чтобы ульт брать. Надо было, но... Не, не взял. Хуя ты сюда пришел, блять, на снайпере своем. Могут в боте напасть, видят, что я тут. А, не полу... А, надо было прыгать на него. Я думал, maybe кто-то все-таки за ним стоит. А в чем, собственно, профит? Какие у тебя планы? Ты фармить решил с блинком или что-то? Ну, для чего тебе это? Нажимаю, что-то падло отвечаешь. Тебе тяжело купить ПТ Драгонлайн сети со своей ДП огромной или чё? Барашник, блять. Чё доебался, игра как по кайфу. Блин, клипочков хуярят. Да это Мэри Дэй, блять, зашёл. Ебанутый на голову. Это пиздец просто, ну как так можно? Я бы с Даггером убил Морфан, ты пошёл в топ. Испугнул его зачем-то. Ну ладно. Попа, пиздимся. Как ты его бьешь? Как из-за кустов, в кустах нажму реквиум и нажму два рейза, и все, блядь. А, ну хорошо, извини. Я тебя еще, да, проебал. Иду. В атаку, парни. Ходвинок, ёб твою мать. Да. Подошел после того, как у нас экзорцизм. Экзорцизма нет. Зачем-то. Ребят, прошу прощения, что позвонил к вам в ролик, и да, это я, Человек-самовар. В общем, я к вам в ролик ворвался не просто так. Сейчас у многих дотеров проблемы с апом нового боевого пропуска в доте. Но мои друзья из Запеклут решили этот вопрос своим Battle Pass хелпером. Все очень просто. Выполнил 60 квестов в БП-хелпере и апнул БП в доте до максимальной награды. Да, это не шутка, и да, каждый, кто выполнил все квесты, гарантированно получит на баланс Steam сумму, которая позволит апнуть БП до максимальной награды. Не знаю, как работает эта магия, но это работает. Ну и не забывайте про катакомбы на сайте. В них тоже можно фармить уровни БП и другие призы совершенно бесплатно раз в час. Ссылку и промокод на бонус к пополнению я оставлю снизу. Бля. Пиздец. Я вроде стоял в ренже, а вроде меня тоже засосало. Не стоило мне так подходить. А, нужно просто докачать Arcane Blink. Я не знаю, где он конкретно. Надо заходить без вежина, вот так я могу разревелиться. Чш, парни. И только стакнулись. Гапа себе КП. А, Игоса нет на снайпере? А где он его проебал? Гоу,
вообще забегу. Какой же у нас пик хуёвый, это пиздец, у нас нормального нет фронтлайнера просто. Как меня задело-то, блять? Ебаная линза. Давайте, парни, на победку, let's go. Хуяный бай, когда всех убили. Бля. Зря нажал, фак. Next раз вперед пойдете, может быть, что-то намутим там. Блять. Блин, префом БКБ вдавил. Да, Заур добряк на самом деле. Нормальный человек, но в доте. У него выгорание просто началось. Он слишком много играет. Он сидит сутками, хуярит доту, у него режим сломанный. Ему тяжело. Я ж просто это то же самое проходил. Нахуя мне ему грубостью отвечать? Пусть горит, что хочет говорит. Плюс он на лустрике, да. Причем на долгом лустрике. Чё, блять? Охуеть. Он же стрейфил одну иллюзию, мне казалось, что там намного больше урон. А эта иллюзия оказалась. Батя долбоёб. Бля, у меня такое ощущение, что там челы сидят снайпят. Причем не меня, а Акумана. Потому что вообще невозможно таргет на мапе найти. Они так двигаются, как будто они нас видят алтайм. У Кумана ж ни задержки, нихуя нет. Да, минуту скар был, которого я на 3 левела выебал. Он к крипам не подходил. И потом с льёнкой свапнулся. Смок, нажми, смок, нажми, смок, нажми. Смок, нажми, алё! Бля, они нахуй подставились, но я обхожу их. Ну ладно. Шансы, блядь, были. Видите, я их обхожу, и челы просто решили сдохнуть. Это пизда, нахуй. Нахуя я обхожу, блядь, вот под таким углом, если они просто идут и дохнут, когда я мог ворваться в Энигму? Ну, чё за бред, блядь? Нахуя? Я не понимаю, я уже сам начинаю подгорать. Только пиздеть, блядь, умеют. Я прошу смоук, и они же видят, что я обхожу, но они же видят. Какого хуя? Так, скажи им. Да, думаю, каждое свое действие озвучивать, или они... Ну, я попросил смоук, зачем? Чтобы стоять рядом с ними в блэкхоле или чё? А мне Нигма бежит. Куда ты прыгаешь на снайпере? Ладно. Понял, он играть не хочет. Бля, серьезно. Там же на тройке все, ебаный рот. Ладно. Если бы у людей было терпение, мы могли выиграть. Я не знаю, вот он говорит, что если бы я купил Dragonlance и БКБ, мы бы пошли и закончили, вот. Но когда он это сказал, на момент, когда он это сказал, у меня даже не было 15 уровня, потому что финн с травлами качается быстрее. Соответственно, таланта на товара у меня бы не было, вот. И там Энигма, ну да ладно. Хотел Энигму с БКБ взорвать, но ты попробуй среагируй еще, когда с Аркейн Блинка прыгает.